Так, приветствую, ребятки. Вот мой DVB-T DAB старый на чипе 820T. И вот подгончик такой мне сделали. Это уже новее. Тюнер. Тут чип 820T2. Якобы отличие в том, что по чувствительности чуть лучше, избирательность и прочее. Вот. Будем пробовать. В первую очередь, что я сделаю? Заменю на такой же разъем, как здесь. Чтобы это было уже корректно, я мог с ним работать. Взял я вот такой угловой SMA переключатель. Господи, переключатель. Разъем. Вот. Вот эта штука на него накрутится и будет BNC переходник. Потому что пиктейлы, которые... Пиктейл, по-моему, не ошибаюсь, называется. Который здесь стоит, это, конечно... Печаль печальная. Так вот, ребятки, что здесь у нас есть? Ну, наверное, не будет видно. Маркировка, да, вряд ли. Да бог с ним. В общем, вот угловой такой. Сейчас мы его снимем. И на его место поставим вот этот. Нормальный человеческий. Ну а дальше я планирую, скорее всего, так и будет. Вот в этот корпус я его помещу. Аккуратненько так засуну. Да, корпус чуть больше, но по крайней мере он металлический. И будет уже. Плюс у него есть место под возможный конвертер. Со временем уже. Может быть, поставлю. Вот такой корпус я взял. Надо его где-то с какого-то устройства. Вот так вот. Еле снял. Конечно, геморройно снимать эти разъемы. Снимал, подпаивал просто с нижней стороны. А здесь. Сейчас будем ставить этот угловой. Надеюсь, я ОВЧ не убил. ОВЧ этот транзистор. Так, ну что, запаял я разъем. Вот так это получилось. Поставим его, потом сюда пойдет переходник. Да, 701. Вот, и будет красота. Хотя бы, по крайней мере, я смогу сравнить его. По приему. Практически. Со старым. Так, ребятки, вот так получилось. Вот такой вот корпус. Нашел я где-то, в общем, из какого-то устройства корпус. Поменял я разъем. Это здесь USB вставляться будет. Значит, снимается крышка. В принципе, легко. Вот так это все выглядит. Свободное место, возможно, еще поставлю конвертер, возможно. А может, и не буду ставить. Вот сам разъем этот угловой. Это переходник. У меня антенны в основном на БНЦ, ну там у меня же F-ки, переходники, поэтому могу их менять. Вот так вот я зафиксировал. Держится хорошо. Заземлено все. И завтра уже буду, как посветлее будет, фонари не будут работать. Попробую сравнить его с донглом, который у меня был. Этот вроде модернизированный, с буквой Т, ну, Т2. Вот, так что будем пробовать завтра уже. Вот такой вот в металлическом корпусе.